Всем привет! Я в магазине Fix Price. Давайте смотреть новинки. Уже такая морская тематика. Крючки 7 на 3 сантиметра. 3 штуки. Состав полирезина и нержавеющая сталь. Губки-скребки для посуды металлические. 10 штук. ₽55. Давайте уже все посмотрим. А эти 9 штук позволяет справиться со сложными загрязнениями. Отлично удаляет ржавчину. Такие ₽51. Набор губок металлических. 4 штуки. ₽51. А эти 3 штуки. ₽51. Появились новые шляпы детские. ₽4-6 лет. ₹99. А это 6-8 лет. ₹77. Шляпа мужская. Раз, два, три цвета. Еще бежевая. Ой, качество не очень. Смотрите. ₹99. Такая шляпа мужская. ₹77. И такая с вуалью. Два цвета, черный и коричневый. ₹77. Такая гламурненькая. Вот шляпа. Вот это вот, мне кажется, больше будет защищать от солнца. Она больше хлопчатобумажная здесь. И накрахмаленная как будто бы. Нет, написано полиэстер, а на вид как будто бы вот нить хлопчатобумажная. Вот это вот ничего, мне все равно вот такая больше нравится. И такая голубенькая есть. ₹99. Полосатая. ₹99. Такая, с цветочками. Тоже за ₹99. И детские. Прошла я мимо их. 6-8 лет. Такие вот, как соломка сделаны. А здесь вот, видите, с бантиком. Такой бантик. ₹99 такие. Вот. Вот. А это ₹77. Ну и простые панамы. ₹99. Палочка, а, господи, палочка в комплекте. Игрушка ксилофон детский, 15 сантиметров. Божья коровка. Палочка в комплекте. Развивает музыкальный слух и чувство ритма. Вот какая. Очень много разновидностей. 15 сантиметров, ₹55. Игрушка в водяной пистолет, водный пистолет, 350 миллилитров, ₹55. И еще такие. Игрушка-пистолет с 5 снарядами. Они тоже разные все. Наверное, 77, потому что с 3 снарядами 55. Грабельки, формочки, ₹18. Набор валанов для бадминтона, 6 штук. Они все разноцветные и есть просто белые, ₹55. Велосипедный передний фонарь,
77 рублей. Что только для велосипедов сейчас не продают. Еще фонарь велосипедный. Для безопасности на дорогах в темное время суток. Это просто цепляется на руль. Разные расцветочки. До этого я показывала вот такие вот, как бриллиантики, звездочки. А теперь еще появились вот такие на ниппель велосипеда. Представьте, как красиво, когда едет. Вообще, как здорово. В нашем детстве такого не было. Вот даже, смотрите, какие. Есть синие. Ладно, все, а то можно перебирать вечно их. Их очень много. Флягодержатель велосипедный. В прошлом году к лету привозили и сейчас опять. Полироль. Аромат ванили. Морской свежести. Антитабак. 77 рублей. Очки, капельки по 99 рублей. Такое ощущение, что это с прошлого года все осталось. Может быть и нет. Опять нам привезли повязки для волос, для косметических процедур. 77 рублей. Разных цветов. Состав полиэстер, спандекс. Резиночки для волос 200 штук, разноцветные. 55 рублей. Кошельки. С кисточкой, с такой. Вот это в развернутом виде. Неплохой. И закрывается, получается маленький. За 99 рублей. Садовое растение. Сирень. Сорт Карл X. Интересно, какая она цветом. Странно, почему на картинке не показывают. Сирень продают, а показывают, не знаю что. Все что угодно, только не сирень. Так, а это что у нас? А это у нас рододедрон. Листопадный. Сорт фейерверк. И тоже. Ну, почему нет картинки? Я даже не знаю, что это такое. Но таких, как я, достаточно много. Это тоже рододендрон хелики. Сорт листовой. Не знаю я. Стоимость этих растений 199 рублей. Ну, малина какая аппетитная, сорт Геракл. Очень аппетитная, смотрите. Классная. Даже желтенькая есть. Малина суперская. Да, здесь малины много. Можно было, конечно, посадить. Классная. А это брянская дива. А я думаю, это одно и то же. А сорта разные. Давайте посмотрим, что еще есть. Нет, все. Брянская дива и Геракл. Все.
77 рублей, по-моему. Где-то ведро 77. Сейчас узнаю. Все, а малины так осталось 99. Пионы. Одна штука. 199 рублей. Нифига себе. Пиончик. Один корешок здесь. 199 рублей. И еще вот такой вот алый. И давайте посмотрим тарелочки. Смотрите, какие расцветки. 19 сантиметров. Опал. 55 рублей. И вот такая расцветка. Такую я вот как будто бы помню, а такой вот нет. И давайте я немножко пройду, покажу вам тарелочки. Такая интересная. Смотрите, какая. 99, 25 сантиметров. Мне вот такая форма нравится за 199, 28 сантиметров, такая классная. Вот какие еще есть за 199 тоже, овальная и круглая. 29 сантиметров. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!